Алло, Руслан. Да, доброго дня. Ярослав Старухин меня зовут. Я получил ваше сообщение. Да. Я ночью посылал. Могли бы мы встретиться? Ну, встретиться мы можем. Предмет встречи. Что за производство? Для чего встречаться, как бы? В России произвожу автоматизированные линии для разделки рыбы. Разделка рыбы? Занимались японцы, американцы. Мы их как бы тоже, если интересно, могу показать от и до. От и до. А где это находится? Химки? А? Это в Химках, Рифкина улица, от МКАДа где-то около 2 километров. А как туда доехать, на чем? Так, если на речной вокзал или Камерный доедете, я могу на машине встретить. Или до места могу машину отправить. Ага. А когда удобно? В любое время. Мы до 9 на производстве. Ага, хоть сегодня возможно, да? Да, любое время. Хорошо, я сейчас как бы... Подумаю свой план и тогда перезвонюсь. Хорошо, я понял. От речного вокзала там, я представляю, где это. Все, Руслан, добро, хорошо, на связи. Вот это мой номер. Хорошо. Ага, все, есть, добро. Так, ну, дорогие друзья, кому интересно побывать на производстве пищевом, разделка рыбы, голосуем. Я отправляюсь в командировку по поручению канала Global Wave. Стоп, снято.